Пьеса написана Шекспиром. The play is called Thomas More. Частично, по крайней мере, пьеса называется «Сэр Томас Мор». And because of political reasons and the censor, the play was never performed during Shakespeare's lifetime. По сложным политическим причинам, в частности из-за цензуры, пока Шекспир был жив, эту пьесу никогда не играли на английской сцене. But I got to play it when I was a young man in 1964, which was the 400th anniversary of Shakespeare's birth. Мне очень повезло, я был молод, и в 64-м году, когда было 400-летие со дня рождения Шекспира, я сыграл эту роль первым в мире. And the situation is this, there is a riot in London. Ситуация такая, в Лондоне бунтуют лондонцы. A crowd is on the street, and they are demanding that the strangers should be removed. Толпы лондонцев вышли на улицу с криком «Уберите чужаков!» By strangers they mean the immigrants. Чужаков, то есть иммигрантов. People of a different color. Людей другого цвета. Foreigners. Иностранцев. People of a different sexuality. Людей, которые, может быть, имеют другие сексуальные предпочтения. They behave differently from us. Люди, которые по-другому ведут себя, не так, как мы. They're not like us. Они не похожи на нас. They're strangers. Они чужаки. And they should be removed. Уберите их из нашего города. And Thomas More is sent out by the authorities to... И шериф Лондона, сэр Томас Мор, послан своим государством. To persuade the crowd to obey Чтобы the law. You may not cause a riot in the streets. Потому что нельзя бунтовать на улицах Лондона. And because it's by Shakespeare. И так как пьеса написана Шекспиром. He appeals to their humanity. Сэр Томас Мор не только требует соблюдения закона, но и требует, чтобы лондонцы проявили сочувствие. Я не буду переводить, не буду. В толпе кто-то кричит: «Уберите чужаков из нашего города». Томас Мор отвечает. Strong
attitude.